Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Я Димана пока не вижу, но... Диман! Алло, ты где? В смысле? Мой. Так. Я что-то перелетел. Ну, до последнего. Ну, что так долго? Там реально? Что происходит на улице? Подожди, я хочу посмотреть, что здесь происходит. Что это такое? Всем кукусяндр, дорогие друзья, с вами снова Донни, также Димка, мы находимся в GTA 5, и это шоу «Прятки на маленьких тачках». Всем здорово, ребята. Итак, ребята, сегодня у нас безумные прятки на маленьких, ребята, автомобилях. У нас есть по 5 тачек у каждого, ребята, это означает лишь одно, что прямо сейчас мы будем проводить раунды, в которых мы должны будем друг от друга спрятаться на этих машинках и как можно дольше прожить. Ребята, будет интересно, поэтому ставьте лайки, если хотите больше роликов по пряткам в GTA 5. Ну, ребята, вкратце у нас есть такие правила, что у нас есть 5 машин у каждого. И есть такая, ребята, получается ограниченная зона. Это, ребята, получается какая-то свалка. И сегодня один должен будет играть за охотника, второй за беглеца. Беглец на маленьких тачках должен где-то спрятаться и прожить как можно дольше. А охотник должен, ребята, его взорвать при помощи минигана. Ребята, будет интересненько, поэтому ставьте опять-таки лайки, мы готовимся к первому раунду, поехали! Итак, ребята, мы готовы, и Диман уже полетел, я тоже, Диман! Я с миниганом должен бегать? Да, с миниганом. А, можешь прыгать, можешь что угодно делать. Диман, давай отсчет 5 секунд, и мы стартуем, давай, короче. Раз, два, ага. Три, четыре, пять. О! О, тебя спалили! Это тебя спалили, так-то по тебе же стреляли. А, здесь беда, здесь тупик, да, Каз? Да, Диман там сзади же с миниганом. Тихо. Mm-hmm. А, ты здесь уже? Нет, Диман, нет. Ой, в смысле? Давай. Я ехать не могу даже, алло. О, у меня кончился. Нет, а в смысле, застрял? Я да ладно, так быстро, да ну, нет. Отлично. Это было очень быстро, да ну. Ладик, это было супер быстро, я такого не ожидал, поэтому, Диман, продолжаем, поехали. О, а что если? Он не заезжает, да? Куда? Ой-ой. Так, тихо. Ой-ой. Тихо. Ой-ой. Ты где-то рядом. Ой-ой. Где я рядом? Меня нету. Диман, меня здесь нету. А что если здесь я? О! Фисихим! А где Диман? Где ты? А где же Диман? Есть идея. У меня есть гениальная идея. Где ты? Такого Диман точно не ожидает, ребята. А я и заеду? А я с ней заеду, кажется, да? А где Диман? А Димана не вижу, реально. Так. А да я там не заеду просто, к сожалению. А где ты? Кто стреляет? Угу. А где стреляешь ты? Так. Диман, где-то... Нет, Диман! Ой-ой-ой-ой, нет. Тихо. У меня миниган быстро кончается. Нет. Все нормально. Я вхожу в погоню, Диман. Нет, я не хочу так, Диман. Не взрывай, пожалуйста, меня. Слышишься, пожалуйста. Капец, ты быстрый. Я быстрый, да? Это мне нравится. Это хорошо. А что если мы... О! Сейчас обманем Димана. Обманем Диман. Нет, не обманули, Диман. Нет. Ага, а я запрыгнул. А ты не взрываешься. Почему? В смысле? Я должен взрываться, по идее. А, Диман, бери миниган опять, потому что он закончился просто. Слушай, ну на самом деле, я прям таки мансую неплохо на этом. О! Ребят, здесь Диман меня ни за что в жизни просто не найдет. Гляньте, просто меня здесь не найдет. Чекайте просто. Тупо не найдет, отвечаю. Ага. Где? Не найдет, смотрите. Он бегает и не находит меня. Нет, я горю, нет. Отлично. Нет, я еще хочу прожить немножко. А ты где?
Ой, что ты был здесь прямо? Я прям себе выехал. Взрывайся. Нет, нет. Не хочу взрываться, Диман, не надо. Да хватит тянуть время, взрывайся. Не хочу. Блин, я взорвался. Отлично. Да ну, это обидно. Ладно, поехали. Прошло у нас уже 2 минуты тем временем, поэтому... Так, ага. Ага. Не-не-не, Диман, не, нет, пожалуйста, не трогай меня. Ага. А как тебе такое? Димка Победа. Маск. А все. Где ты делся? А все, Диман, потерял меня. А Диман меня потерял. А все, вот Диман надо было... А. Понимаю. Не, да колеса, поехали. Газу. По тебе еще попасть очень сложно. Да? Это меня радует. Да. Диман там, он, я вижу тебя. Ага. Фишихим. Да фишихим! Нет! Чек загорелся! В смысле? Поехали! Нет! Нет! Да не так быстро, Диман, не так быстро! Пец тебе! Нет! Да ну, реально! Ты меня поджег, реально! Как так-то получилось, обидненько! Слушай, ну здесь уже, видимо... Я могу потушиться? А тебя дым палит! Реально? Да. Реально, да ну, блин, вы чё да прикалываетесь? Ребят, ну пока 3 машины, Диман очень быстро просто поймал меня. Ладненько, поехали, готовимся к следующему раунду и... Диман, 2 секунды форы. Раз, 2, 3. Все. 4. Готов, поехали. 5. Все, Диман меня не видит, Диман. Диман меня не видит, Диман. Чё я сказал? Он меня не видит, чекайте. Видели, да, он убежал. Ха-ха-ха, хорошо. А что если мы сейчас зайдем сюда? Только не застрять. Надо быстро. Mm-hmm. Плохо. Плохая идея. Так. Что взрывы? Где взрывы? А где ты? А все, Диман. Где ты делся? О! Просто, ребят, здесь он меня в жизни не найдет. А где там Диман, интересно, у нас? Где же Диман? Я Димана пока не вижу, но... Да ну нет! Здорово! Нет, я опять говорю, да ладно, но как так-то? Да как так-то получается каждый раз? Давай, пожалуйста, машинка, уходи. Уходи. О. Так она у тебя горит один. Не-не-не, все. Все. Здесь он меня, ребята, не найдет. Чекайте, все. Я сейчас потушусь? Потушись, пожалуйста. Здесь нет воды нигде случайно. Она не тушится. Блин. Нет, нашел меня, Диман, нашел. Она мне, кстати, потушилась. Да? Нет, да. Нет. По газам. Нет, все, она уже не увидит, ребята. Она, все, она не уедет. Ничего не сделаешь здесь. Ай. Я ясные дни, да, все. Ребята, все прошло уже 5 минут и последняя машина. Серьезно, блин, это жестко. Ребят, продумываем тактику, продумываем план, потому что пока все получалось максимально быстро. И я очень надеюсь сейчас на то, что Диман сейчас меня просто не найдет. Вот реально, потому что у меня есть тактика, гениальная тактика, которую Диман точно не ожидал сегодня увидеть. Поэтому... А я хотел сделать себе патроны 9-9-9-9-9-9, а в итоге... Сделал 0-0-0-0-0-0-0, да? Получилось 250 всего лишь. Ага, нормально. Так. Вот такого... Тихо, только не упасть, это уже за пределы зоны будет. Так. Вот такого Димка точно не ожидает, ребят. Это было... Это красиво. А где у нас Димка? Димка, ты где? Диман! Алло, ты где? Где а он? А ты где? А я, кстати говоря, тебя не вижу, на самом деле, ты меня... В смысле? Как там оказался? Я слышал по твоему голосу, по твоему двигателю. Да ну, просто как-то оказался именно там, я не понимаю. Я просто понимал, что ты сверху, потому что, ну, по звуку двигателя. И решил тебя обойти и залезть сзади. Понимаю, понимаю. Так, ладно. Ну, по идее... Тактика рабочая, потому что Диман меня найти-то не может на самом деле, поэтому... Диман, а ты где? Ты Диман. Капустин, ты где? Какой у тебя Капустин? Какой тебе еще Капустин? Так. Опа-па. И вот так вот. Ага. Вот это нычечка. Вот здесь Диман меня в жизни просто не нашел бы, если бы я, конечно, смог заехать. Я очень много звуков издаю. Тихо, стой на месте, хорошо? Так, ну-ка.
Ребят, ну я не знаю, но здесь найти меня просто этого реально будет очень тяжело, поэтому... Ну? А где ты? А где ты есть? А ты где делся? Слушай, ну на самом деле... Стоять на месте я не привык, поэтому... Поэтому, ребят, нужно действовать. А реально, как сюда выйти теперь? Ребят, я застрял, кажется, реально здесь. Серьезно? Серьезно, блин? А что если... Ну, подождем немножко, постоим чуть-чуть. Ага. Фишихим. Диман, а ты где? Где ты? А где ты, Диман? Диман, а ты где? Нормально. Ай, показал. Ты все время здесь стоял? Не-не, я был вообще в другом месте. Я упал как-то вниз в одном месте, и там было очень страшно, но я потом оттуда вылез и... Так, ребят, ну, есть один шанс, но то, что Диман не... Шанса больше нету. Шанса нету, ребята, по газам! Нет! Давай, нет! Всё! Нет! Не-не-не-не-не! Только не фишихим! Нет! Диман, ну нет! Ну все, я тут уже не выйду, Диман, просто меня... Да ну, серьезно, блин! А, что? Серьезно? Да, я дал тебе возможность. Что по времени там? 8 минут, все, ясно. Ладно, ребят, время обменяться местами, поэтому теперь я буду в роли охотника. Стартуем с тобой на счет 3. 1, 2, 3. Я делаю счет. 1, 2, 3. Поехали, Диман. Давай, попробуй найди. Ну-ка, я где уже же понимаю, ты? Как надо действовать, так чтобы да? ты меня не запалил. О, потому жуки. Что я же был за охотника. А. Ха! 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 Пацаны, где он? Пацаны, показывайте, где он! Ага! Это собака. Подожди, а где ты есть-то? А тебе скажи. А ты где? Ага. О, здорово, Диман, здорово, нормально. На-н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 а. Ага, думал от меня скрыться, а вот и не получится. Ага, вот и Диман. Сам ты лузер. Лузер, ага, думаешь, ведь от меня не уйдешь, ты где ты? Да. Не уйдешь, вафля. Не уйдешь. Думал, уйдешь, да не уйдешь, Диман, забей. Уйду. Да нет. Ой. Так, что не взрываешься? Да перестань. Что ты не взрываешься? Если я уже запульнул, офигеть, сколько пули, ты не взрываешься. Нет. Ты дымишься, да? Нет. В смысле нет, Диман? Пора нет, уже. Не дымлюсь я. Ты дымишься. Ага. Ага. Что делаешь, Диман? Все. Попал, Диман. Я перезаряжаюсь. Нет. Ты должен... Что ты не взрываешься, алло. У меня чек-энжин горит на самом деле. Да взорвись ты уже. Ну, давай. Ну. Ты перестань. Горишь, да? А что, реально не взрывается? Реально не взрываешься, алло. Во, наконец-то. Взорвался. Отлично, ребята, хорошо. Диман, даю себе отсчет. 1, 2, 3. Поехали. Где же ты, маленький мой? Маленький мой, Димка, ты где? Где же ты, маленький мой? Мой. Так. Так. Фу, я что-то перелетел. Ага. Ага. Ты перелетел. Ага. Хеллоу, дратуйте. Хеллоу, нашел я тебя. Да перестань. Нашел. Ты потек. Да перестань. Неплохо, ты потек, реально. И ты потек, реально. Давай, поджигайся, Диман, поджигайся. Сам ты поджигайся. Да. В смысле нет, если да? Я еще живу. Диман,
Ты не пройдешь! Я тебя все равно взорву, Диман! Да нет, горишь! Я уже горишь! И бам! Хорошо. Слушай, ну прошло 3 минуты, поэтому есть шансы. Я продержался 8 минут, Диману уже 3 прошло, поэтому еще у Димана есть 3 машины, хорошо. Итак, ребята, третий раунд. Стартуем на счет 3. 1, 2, 3. И Диман дает тебе фору. Раз, два, три. Поехали. Мне не нужна твоя фора. Фура тебе не нужна. И фура твоя тоже. Да? Как? Я по звуку понял, я все понял. Что-то взорвалось. Не знаю. Ты еще жив? Ты стоишь на месте? Нет, я уехал уже, перестань. Что? А ты где? Ты меня залагал просто. А ты где? Я слышу твой... Ага, я тебя слышал. Диман, я тебя слышал. Тихо. А что взрывается это все? Я не знаю. Там что, на улице все взрывается? Там реально? Что происходит на улице? Подожди, я хочу посмотреть, что здесь происходит. Что это такое? Я не понял. Ладно, все, поехали. Так, Диман. А ты где? Диман. Что тебе надо? А ты где? Где-то здесь я тебя слышу. Что тебе надо? А ты где? Диман, я тебя слышу где-то. Где ты? А, здорово! Давай, здорово, Диман, здорово. Здорово, так. А ты куда уехал-то? А тебе скажи. Лучше покажи. Ты где? Я тебя понял. А, ты упал вниз? Так ты зараза. Нет. Ты заколебал, где ты есть? А тебя все догоню. Сейчас ну догоню, сказал, что догоню, значит догоню. Давай! Во, ну все, ты в ловушке. Ты куда делся? Ты проехал там? Что я в ловушке? Реально, ты проехал как-то? Я тебя на совушке. Что? Офигел? Нет. Ты иди сюда, Диман. Не хочу. Ты стрис-тракер. Ага, поехал наверх, да, значит? Давай. Двигай попкой, отдыхай. Опа. Оп, давай. Да как тебя отловить-то, слышишь ты, гонщик, блин, маленький. Ну все, давай. Блин, ребят, я его поймать реально тяжело, очень. Так. А где ты? А вот, ты горишь, да уже? Ты же горишь? Или мне показалось? Нет, еще. Так, ну, Дима, ты потек, ты горишь. Да. Ты должен взорваться же, да, уже был? Вот нет, ты, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Да ты, да почему ты все еще жив, я не понимаю. Я максимально стараюсь. Приехал, твоя остановочка, Диман. Думаешь, там сел, значит, все? Думаешь, все? Ну, хорошо, ладно, у тебя еще есть, получается, прошло 6 минут, у тебя еще есть 2 машины, неплохо, тебе говоря. Да перестань ты. А вот и он, а вот и этот мелкий, а, фуфлин. О, перевернулся. Там ты фуфлин. Ты не уедешь. Все, ты приехал в тупик. Ты в моей ловушке. Диман в ловушке, Диман горит. Да. И все, Диман, ты приехал. Да, жить до последнего. Ага. Да, ну давай. Ну хорош. Жить до последнего. Ну, что так долго? Ты будешь взрываться, нет? А как ты живешь-то? Не знаю. В смысле? Я горю, но я живой. Как ты, да, как ты вы? О, вот, взорвался. Наконец-то. У тебя осталась последняя машина, еще есть целая минута и 20 секунд. Ну что, раз, Димон. Два, Димон. Три, Димон. Поехали. Ага. Ага. И что? О, упал, я видел. А, ты запалил? Да, я запалил, как ты упал. А вот по Маквину ты хрен попадешь. Да, по Маквину попасть реально тяжело. Маквин, реально по нему попасть-то тяжело. Реально, ребята, как попасть по Маквину? Маквин супер быстрый. Капец ты шустрый, Диман. Да, есть такое. Ну, если не прикол, ты есть... А ты заберешься? Я здесь не смог забраться на Маквине, а однако. Я там, где ты меня не ждешь. А ты застрял? Нет. Давай, ну давай, да, Маквин, Маквин, должен Маквин.
Ты потек! Это хороший знак! Как так быстро? Это хороший знак! Ой, в контейнер забежал, блин. О, фига, ты проехал сквозь что? Не знаю. Я горю уже! Ты горишь? Где ты есть? Здорово, да, Диман горит, я вижу! Вот это огонек, вот это, ребята, огонек, Маквин огонек. Давай, давай, да! Капец! Диман, очень быстро 8:09. Я, честно, секунду у себя не запомнил, ребята, я честно скажу, поэтому, ну, по 8 получилось минут. Ребята, получилось прикольный угар, надеюсь, вам понравился этот ролик по порядкам GTA 5, поэтому ставьте лайк, если больше серии по этой рубрике. Ребята, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Всем пока, ребята.